Вот дошел ход и до здесь более-менее все повыгладилось, повышло. А вот эта часть у нас вот из-под ручки, вот это вот, и вот эта часть, конечно, тут все скучно и грустно. Вот такие вот красоты. Будем потихоньку все это пытаться восстановить, потому что для меня это как бы работа сложная. Вот. Но тем не менее, не ошибается тот, кто ничего не делает. Будем пробовать. Вот так решил эту вмятину попытаться поднять большим овалом и большим делителем. Ну вот, получается, что делитель справился хорошо. А здесь вот усилитель наклеенный. Здесь не хочет плоскость выходить. Придется попробовать другую методику. Для начала надо попробить все шишки и потом попробоваться переклеиться другими грибками и по-другому, потому что некорректно выходит. Потихонечку, потихонечку выходит. Вот эти грибки овальные, силовые, я, конечно, самые маленькие использую, тут не такое площадное повреждение, но они помогают при работе с большими, как бы, объемными минусами. Потихоньку, потихоньку начинает выглаживаться и выходить на место. Но перетягиваю я. Вот такие вот моменты перетяжки. Вот. Шишачки вот эти вот. Вот оно. Хотелось бы лучше, но потихоньку выходит. Ну, все равно здесь под шпаклевку, как бы ничего страшного, но тем не менее. Как бы сложновато выходит. Вот здесь более-менее так чуть подраспрямилось, но еще вмятина вот здесь с потягом очень большая. Я решил пока перейти вот к этим вещам здесь вот на конту, где завернутый металл. У нас видны, вот она такая как бы промятина. С помощью клеевой буду пытаться поднимать и разбивать. Вот здесь вот я чуть поднял, но недостаточно. И вот тут такой желобок. Поработать надо немножко клеевую, поднять, чтобы вся плоскость распрямилась чуть-чуть. Поскольку вот он виден заломчик. Вот здесь под ручкой то же самое. И вот он вот так идет сюда. Вот. И его попытаться чуть перераспределить металл туда, куда надо. Ну вот. Вот поднял. Вот поднял кантик. Теперь вот эти вот шишечки надо будет аккуратненько разбить. В принципе, неплохо получается. Теперь только аккуратно надо подразбить это все дело, и будет все хорошо. Это вот такая яма, конечно. Можно ее и зашпаклевать, но буду стараться сделать все то, что получится. А потом, как говорится, шпаклевка чудеса творит. Вот он, наш кант отсюда идет. Ты надо ж, не хочет он сниматься.
заливает светом, а мне надо снять. Вот он пант. Кое-где, конечно, вот он целлюлит, каша. Но по большому счету где-то около 30 сантиметров кант. И только вот здесь остается целлюлит. Дальше вот тут еще каша пошла. Вот, ну. Начинает кант, говорится, выходить. А вот это, конечно, еще надо доделывать. А вот в этой части получилось. Вот он, виден тут намек. И здесь у нас что получается? Еще здесь провальчик приличный. Надо доделывать будет. И вот под ручкой. Ну, уже бульмень. Такой еще плавный залом. В районе ручки здесь тоже еще, конечно, слабовато сделано. Вот, а кантик тут более-менее подвышел.